Принт изолентой. Как сделать? Сейчас покажу. Понадобится широкая кисть, ножницы, изолента, краска по ткани и уголок из картона. Наклеиваем тонкие полоски изолентой, а далее с помощью уголка обклеиваем его контур. Наливаем краску и закрашиваем всю поверхность. Далее отклеиваем изоленту и геометрический принт готов. Не пропусти следующее видео в воскресенье. Подписывайся на Вероника Астам.